Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко. Как всегда, говорим о самых интересных событиях, о жизни городского округа Люберцы и о людях, которые здесь и живут, и работают. И сегодня я хочу представить вам Галину Федоровну Гнездилову, заведующую отделом комплектования и обработки литературы Центральной детской библиотеки «Бригантина». Здравствуйте, Галина. Добрый день. Вы знаете, очень интересно поговорить на библиотечную тему вообще, потому что есть и скептики по отношению к библиотеке как таковой, есть и практики, и люди, которые продвигают современную библиотеку, там, виртуальную библиотеку, скажем так, реальную библиотеку и так далее. Но начать бы я хотел с того, что совсем недавно в стране появилась такая тема, как долголетие. В разных регионах по-разному называется, в том числе и в Московской области у нас началось активное долголетие. Это когда мы пытаемся все вместе сказать людям, что годы не должны брать свое, что надо продолжать оставаться активным участником всех событий, и самых серьезных, скажем так, и просто культурных, отдыхательных, если можно так выразиться. Вот, насколько я понимаю, при вашей центральной детской библиотеке тоже работают, как это правильно назвать, курсы, занятия по активному долголетию? Компьютерные курсы, да, компьютерные курсы. Так, для... и что это такое? Что это такое? Это люди приглашают, мы приглашаем людей пенсионного возраста и рассказываем им о том, как им работать с компьютером. Для чего им это нужно? Это не просто вот пришел или там мы учим, как написать письмо, мы учим, как войти в сети, как человек, пароли правильно, как пароли, как почту создать. Самые основы преподносим, и люди очень довольны, потому что элегантный возраст наших бабушек и дедушек, он говорит о том, что они любят еще и развиваются во всех направлениях. Я даже прочитала здесь в интернете, что люди 60-70 лет, они имеют мозг более развитый, чем другой возраст. И я согласна с этим. То есть его нужно заставлять все время быть в действии. Да, и они говорят мне, как же здорово, что есть вот такой уголок в библиотеке, который позволяет нам развиваться. Мой внук, например, он, я с этого, кстати, начинаю свои занятия с начинающими, он говорит, я ему говорю, Бау, понимаешь, у нас не было телевизора. Он в недоумении, как это так? Да. Не было телевизора. Через некоторое время он говорит, ну как же вы жили раньше, как же это возможно? А когда еще говорит, что не было телефона мобильного. Телефона не было, да. И даже простого у некоторых не было телефона. И это удивительно для такого поколения. А нам нужно рассказывать, показывать и достигать, им, нашим бабушкам и дедушкам рассказывать, чтобы они знали, как все компьютеризировано сейчас. Ну могли... да, то есть даже элементарно да. надо зайти на да. сайт государственных услуг, оплатить что-то, да, или узнать, записаться в поликлинику. Как работает, да, как пенсионный фонд работает и так далее. Какие-то рецепты, письмо написать. Ну а вот давайте так, как вы их искали? Какие-то существуют списки, кто вам в этом помогал? Как вы их оповещали? Вы знаете, мы, библиотека работает в тесном контакте с пенсионерами. Мы же, какая наша задача? Мы проводники тех задач, которые перед нами поставило правительство, наша администрация и комитет по культуре. Мы должны те задачи выполнять, которые перед нами стоят. И одно из направлений вот нашей работе – это активное долголетие. Мы подключили сюда людей, которые к нам приходят на концерты. А есть даже узники войны, которые встречаются у нас с детьми, и дети дают им концерты, а они рассказывают им о трудном времени.
Поэтому нам, у нас нет задачи кого-то выискивать, они сами приходят. Да. А как устроена эта работа? Я так понимаю, что компьютеры уже какое-то время существуют, да, до начала проекта. У вас есть какие-то специальные компьютерные преподаватели, которые понимают, с кем они будут работать, или кто рассказывает? Значит, это? Значит так, я вам хочу сказать, что я веду вот эти компьютерные курсы для пенсионеров. Я даю основы. Элементарные основы. И у нас все, 5 компьютеров стоит, и скоро будет открытие курсов, когда придет уже человек, который будет глубоко заниматься. Дальше продвигать. Дальше будет продвигать это все. Поэтому мы приглашаем всех желающих. И пусть приходят, с удовольствием своих детей приводят, мы с удовольствием их обучим. Я думаю, что некоторые дети даже уже могут с помощью ваших компьютеров своих бабушек, дедушек тоже обучать. Кстати, они рекомендуют, вот когда они приходят к нам и видят эти компьютеры, они говорят бабушкам и дедушкам. Бабушка приходит к нам и говорит: вот у меня внук посоветовал к вам обратиться, потому что внук не может, у него не хватает терпения. А у нас терпения хватает. Мало того, эти люди элегантного возраста, они хотят не только продвигаться вот в отношении компьютеров, но они хотят и пообщаться, побеседовать. Для них вот те требования, которые мы выдвигаем к ним, они достаточно небольшие, поэтому они с радостью у нас появляются и не пропускают ни одного занятия. То есть это скорее для них даже удовольствие, да, обучение плюс удовольствие, чем какая-то такая нагрузка, необходимость. Да. Дома они не могут, их внуки не могут обучить, понимаете? Но если у вас сейчас 5 компьютеров, это одновременно сколько у вас, 5 человек может заниматься? 5 или человек. Там меняется как-то группа? Ну, может 5 человек меняться, но приходят 5 человек, приходят. Каждый день или какие-то? Нет, у нас раз в неделю курсы. Раз в неделю. Но если вот появится новый человек, то, наверное, уже как-то будет почаще это, да, происходить? Ну, естественно, я буду давать только основы, я буду продолжать для пенсионеров, а остальные курсы, они у нас будут платные, поэтому... Это уже другая история. Скажите, пожалуйста, мир интернета знает массу ведущих свой Инстаграм, я не знаю, там Твиттер, другие социальные сети, люди, которым далеко за 80 лет, и они собирают огромное количество просмотров, что сейчас как бы считается таким хорошим сигналом для твоего аккаунта. И парадоксально, но возраст, как мы выяснили вот уже к 2019 году, он, в общем-то, не влияет. Не влияет совершенно. Должен быть ты быть в интернете. Как раньше было? У меня компьютер не нужен, я вот это не воспринимаю, да, и читать книгу должен только в руках, а мы прекрасно понимаем, что сегодня в том числе библиотеки в этом принимают участие, и не только библиотеки, электронные существуют, книги, другие способы. Вот скажите, вы же видите, когда человека получается, вот какие у него впечатления, когда он понимает, что он чему-то научился? Эмоции переполняют их, понимаете? Они настолько переполнены, они, да, как дети. Ой, мы вам так благодарны. Одна старушка даже конфеты мне принесла, понимаете? Но я, конечно, говорю, ни за что не возьму вас, ни за что. Но она говорит, я вам так благодарна, вы знаете, я всему научилась, всему. И эта радость доставляет мне радость. Прочитала в интернете, что самая скучная профессия – это профессия тех работников, которые в офисе работают и в библиотеке. Так вот, я не считаю, что в библиотеке скучная работа. Я так люблю свою работу, потому что у нас такое разнообразие, особенно сейчас, все компьютеризировано. Мы на всех сайтах работаем, мы со всеми общаемся с помощью сайтов, с помощью всех этих контакты, Фейсбуки и все прочее. Все на свете. У нас есть обратная связь. Угу. Это так интересно. Кроме того, мы продвигаем книгу. Книга сейчас, я думаю, что она не умрет, книга. Книга – это главное. Мы поговорим об этом во второй части нашей программы, тем более, что вот буквально вчера я был в книжном магазине, тут есть определенные вопросы, но сейчас бы я хотел вернуться к организации этого процесса.
Я так понимаю, что в самых разных направлениях сейчас работает вот эта программа активного долголетия. Есть у вас еще какие-то планы? Ну, вы сказали, да, что придет человек и так далее. Что-то еще планируете проводить? Мы планируем проводить, наметили уже план о здоровье. Так, здоровье пенсионеров, такое? Да. У нас должен прийти лектор, который будет рассказывать, мы сами можем рассказать о здоровье, но там будет уже квалифицированный товарищ, который расскажет. Да, который расскажет о здоровье, все расскажет о здоровье, и мы приглашаем всех желающих, пожалуйста, приходите к нам, сообщим дополнительно, когда это будет, обязательно. А, кстати, вы вот раз сейчас, вы говорите, пенсионеры сами приходите, приходят, да, когда вот появятся новые... вот этот по проект и по здоровью, и там новый компьютерщик придет, назовем его так, чтобы понятно было. Вы как-то будете об этом рекламировать, рассказывать, приглашать? Ну, мы на сайтах все время рекламируем. У нас просто идет перед мероприятием каким-то, у нас идет реклама обязательно. Вы же понимаете, что пенсионер, который не умеет пользоваться компьютером, он никогда на сайт к вам не придет? Да. Мы даем информацию через почтовые ящики. Так. Ага. Мы даем информацию, там вывешиваем это все. То есть листочки какие-то закладываем? Да, листочки. Информация вот в самой библиотеке. У нас план висит в библиотеке, какие мероприятия у нас проводятся. Поэтому любой желающий может зайти, прочитать. И мы всем нашим пенсионерам, которые к нам приходят, мы всем даем информацию о том, что вот такого-то числа будет то-то концерт там или еще. И на сайте есть конкретно отдельный сайт, отдельный раздел, который посвящен программе активного долголетия. На сайте не только активное долголетие, там все мероприятия выкладываются каждый месяц и на месяц вперед. И человек может посмотреть, какие мероприятия проводятся. И я вам говорю, что вот во всех этих разделах, даже в Одноклассниках есть, даже Facebook, ВКонтакт, Инстаграм, все. Ну, теперь у вас уже появились звезды интернета из ваших учеников, которые много постят всякой информации. Следите за ними. Но мы не следим, конечно. Ну, мы можно не группу ВКонтакте сделать, например. Ну, можно, да, можно. Но просто некогда сейчас идут отчеты на будущее. Вы подсказали правильно. Да, вы правильную всех мысль собрать сказали, всех пенсионеров, да. Да, и сказать, чем закончилась наша учеба. Да. Ну, по крайней мере, вот тот, кто что-то недопонял, он по телефону там спрашивает. Понятно. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, ну а после этого давайте поговорим, что действительно работа библиотекаря, она такая скучная. У нас в студии Галина Гнездилова, заведующая отделом комплектования и обработки литературы Центральной детской библиотеки «Бригантина». Скоро вернемся. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас в гостях Галина Гнездилова, заведующая отделом комплектования и обработки литературы Центральной детской библиотеки «Бригантина» городского округа Люберцы. Галина Федоровна, ну давайте говорить теперь о библиотеке. Есть мнение, что библиотека – это уже прошлое, что библиотеки никто не посещает, никто не приходит. Опять же, связано это иногда даже с интернетом. Затем, зачем ходить в библиотеку, когда можно все, ну где-то пиратским способом, но найти в интернете. Так ли это? Это совершенно не так. Потому что книга – это подарок, подарок в жизни человека. И книга – это главное. Всегда интересно развернуть эту книгу и продолжить чтение. Дети к нам ходят толпой, потому что мы проводим мероприятия, потому что у нас не только мы выдаем и принимаем книги, но у нас проводятся всевозможные мероприятия. Ну, например, какие? Например, о животных, по экологии, о здоровье. Мы очень каждый год ежедневно проводим с детьми по терроризму, против терроризма. Антитеррор, так. Да, против наркомании, против
того, всех чтобы... изъянов наших общественной жизни. Да. Потому что это очень темы важные. И они приходят. Они приходят классами, и мы им об этом рассказываем. Но мы, конечно, стараемся книги преподнести. Вот почитайте эти книги. То есть листовки выпускаем именно к такому дню, например, против сигарет. Кроме того, смотрите, у нас детки приходят из детских садов. Мы для маленьких детишек проводим также мероприятия. И эти детки довольны, они настолько радуются, что просто сердце у нас радуется тому, что мы даем что-то. И, конечно, мы не только какие-то нравоучительные вещи рассказываем, но стараемся викторины, стараемся развивать их физически. Там, а если рассказываем о здоровье, показываем движение, они все прыгают, радуются. Новогодние праздники, о животных. У нас, например, вот скоро пройдет акция в пользу животных. Дети несут отовсюду, несут все, что можно дать животному. Косточку, игрушки, корм и так далее. И это ежегодная акция. Это вы потом куда-то отправляете, да? Для животных или как? Да, да, да. Мы приглашаем человека, который занимается этим делом, и ему все вручаем. Ну хорошо, давайте вот еще о чем поговорим. А сколько на сегодняшний день сотрудников работает в библиотеке? Ну вот у нас сотрудников 13, вот на сегодняшний день 13 сотрудников. Это мало или много? Ну, как вам сказать, если учесть, что у нас много школ, много мероприятий, это не так много. Но мы справляемся, и библиотека, она будет существовать вечно, я считаю, несмотря на курсы, потому что мы видим, что дети ходят. Дети ходят и с радостью, и берут книги, и посещают наши мероприятия и посещают вот эти встречи, которые ни с чем не сравнимы. То есть это не просто пункт получения это книг, а это место встречи по интересам, где могут работать в том числе и активное долголетие, какие-то кружки, какие-то мероприятия и так далее. Но все-таки книга, как вы говорите, главная. Вот я накануне нашей сегодняшней встречи заходил в несколько книжных магазинов, я обратил внимание, что стоимость одного и того же произведения, ну, возьмем там за основу, например, самая дешевая стоимость 300 рублей. Да. Дальше эта же книга стоит 550 рублей. Совершенно и верно. И в следующем магазине 880 рублей. Я при всем уважении, я тоже люблю, чтобы книга, ну, в руках была, как говорится, имеешь вещь. И я понимаю, что я не куплю эту книгу, потому что, ну, это потом книги разные бывают, это тоже нужно понимать. И когда ты смотришь, что это книга, которая самая простая, в обычной обложке, с минимум каких-то украшений, а рядом стоят уже более серьезные оформления книг, я уж не говорю про какие-то там фолианты и так далее. Получается, что в книжном магазине, кстати, не было ни одного человека, был я один. Огромный книжный магазин. То есть люди не ходят в книжный магазин, потому что они перестали читать книги или потому что они так безумно дорого стоят? Они стоят дорого, а тем более детские книги. Вот сейчас к нам приходят детские книги, которые настолько радуют глаз. Иллюстрации сами. Ведь такого раньше не было. Такие шикарные иллюстрации, такие формат такой большой, что дети приходят, вот у меня внук, например, он приходит в библиотеку, он первым делом, ему 6 лет, он приходит и первым делом идет к книгам. А что вы домой-то не принесете ему? Дома переполнена библиотека, переполнена. Все равно идет. Да, понимаете, и эти книги, конечно, дорогие, и в библиотеке вы можете получить книгу. Единственное, что у нас выдается на 2 недели. Ты почитал, продли книгу. Это вот такой момент. Ну, то есть, вот в связи с тем, что, в общем-то, не средний класс, там, ниже среднего, выше среднего, и уж совсем люди, которые, ну,
назовем их откровенно, бедные, они не в состоянии не просто в состоянии, купить книгу, да. И поэтому они приходят в библиотеку. Но приходят ли они в библиотеку? Не пропадают ли они между книжным магазином и нашей жизнью, когда они, им не до книг? Опять же, пустые магазины, но когда проходишь мимо самых разных библиотек, их еще много, заглядываешь так в окно и смотришь, нет никого. Я прочитала недавно книгу Устиновой, которая пишет о книжном магазине, который работал на Кузнецком мосту и где проходили вот эти все события 91-го года. Она пишет, что у нас переполнен, вернее, вот этот магазин, Устинова пишет, этот магазин переполнен был посетителями настолько, что невозможно было продвинуться директору магазина, чтобы подойти к полке. А сейчас магазины все пустые. Именно потому, что дорого, дорого. И библиотеки, они улучшают свою деятельность и в массовом направлении, то есть проводят массовые мероприятия, и по книговыдаче. И кроме того, в библиотеках сейчас все компьютеризировано. У нас есть связь с НЭБом. НЭБ – это электронная библиотека, да? Национальная электронная библиотека. Если человек не получает того, что у нас есть, он обращается, да. Мы проводники этого, мы через компьютер ему подбираем эту книгу, и он там читает. То есть он приходит не только с книгой работает, но, естественно, и с компьютером. Скажите, пожалуйста, а сколько книг в библиотеке находится одновременно? Вот как это вот сейчас, да. сейчас у нас фонд 3000 с лишним. Более 3000 книг. Да. Скажите, а как книги к вам поступают? Вот они книги и по направлению, по да. Вы как-то их заказываете или вам навязывает их? Нет, кто-то? Мы заказываем книги. Причем сейчас же существует система закупок, и мы это заказываем через систему закупок. Но прежде чем заказать, мы просматриваем каталоги, мы просматриваем весь фонд, который у нас есть, потому что актуализация библиотеки состоит в том, чтобы списывать ветхую литературу, заполнять ее новой литературой. Вот нам сейчас нужно подобраться к цифре 45% фонда. Мы должны каждый год обновлять. Но у нас, вот, к сожалению, не хватает мощности, денег, чтобы это осуществить. Но я думаю, в будущем это осуществим. Да. Есть запрещенные книги, которые библиотека не имеет права закупать? Список? Да. Есть, да? Нет, списка нет, но мы смотрим по возрасту. У нас ведь библиотека не до... У вас детская, У нас детская, до 16 лет мы покупаем литературу. А кто принимает решение? Там какой должен стать знак, как на телевидении? 16+? Да, мы на каждой книге ставим это. Просматриваем фонд. Помните, была одно время история, что надо запретить вплоть до классической литературы? Да, было такое. Нормальных-то людей у нас в этом направлении много, которые всякие предложения толкают. Хорошо, ну еще такой традиционный библиотечный вопрос. Есть у вас книги-рекордсмены, которые взяли в одном году, а принесли через 5 лет? Бывали такие случаи? Мы работаем ежегодно, ежемесячно. В этом направлении у нас есть заведующие абонементом, так. Которые работают ежечасно. Не то, что там ежедневно, ежечасно работают, а у них списки, они звонят. Они делают все возможное, чтобы вернуть. Если у нас бывает в год 100 книг, которые надо списать, то это книги, которые идут на замену. То есть они не просто так списываются. Не исчезли, да. А они обязательно, люди потеряли, ну бывает все, да. И у нас приносят на замену книги. Поэтому мы вот в основном так списываем. А так, чтобы утерянных, у нас не было. Хорошо. Скажите, а что заказывают сейчас? Какие книги в основном берут? Проводится какой-то анализ или... Проводим анализ обязательно, и молодежь наша
больше фантастику, приключения любит. Ну, как всегда. Как всегда, так и должно быть. Политику вряд ли они будут читать. Да, и еще я хочу обратить внимание, сказать, что у нас очень много кружков. У нас кружки, и я рекомендую и рекламирую эти кружки, потому что, вот, например, авиамоделирование любят у нас настолько, что не только сначала одни были, потом еще второй набор прошел, третий набор прошел. То есть и не только мальчики, но и девочки ходят разных возрастов, от 6 лет и выше. У нас есть рукоделие для девочек, у нас есть квиллинг, кружок, что много еще другое. Мы то есть вы ищете новую, да, ищете новые формы для, да, того, чтобы, для того, чтобы работать, да, не с детьми. Только библиотека в чистом ее виде. Да, да, да. Поэтому вот я говорю, библиотека сейчас совсем другая, и в ней не скучно работать, потому что мы работаем и используем все методы работы. И в этом нам помогает комитет по культуре, потому что они постоянно нам какие-то ставят задачи. Конкурсы. Всякие мероприятия нам дают подсказки, возможности и так далее. А администрация, естественно, руководит, помогает и направляет. А сколько лет библиотека уже существует? Библиотека очень давно существует, она лет 50, но вот именно детская, когда она отделилась, это было с 2007 года. Она отделилась, сначала она была на базе центральной библиотеки Есенина, а сейчас она отдельно существует, потому что мы проводим не только такую работу массовую и выдачу книг, но еще и методическую работу. Да, поэтому... потому что мы центральная детская библиотека. Ну что ж, тогда нам остается пожелать вам, Галина Федоровна, успехов, чтобы так все и продолжалось, чтобы и книги брали, и возвращали вовремя, и чтобы пополнялся ваш книжный фонд, и чтобы все эти мероприятия, которые вы проводили, чтобы у вас, в хорошем смысле слова, сил не было уже их проводить. Это значит, что вы будете популярным. А всегда хорошо, когда твоя работа пользуется популярностью. У нас сегодня в студии была Галина Федоровна Гнездилова, заведующая отделом комплектования и обработки литературы Центральной детской библиотеки «Бригантина». Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.